Для поздравления с государственным праздником на сцену вышла заместитель главы администрации Людмила Шапор. Разрешите от имени главы Дениса Олеговича Семенова и от себя лично поздравить нас с нашим замечательным праздником. Праздником нашей страны, праздником нашего народа. Народа с могучим духом, народа с непобедимой волей. Мы все разные, наша страна многонациональная. Но, как показывает история, в трудное время наш народ всегда готов был объединиться для спасения мира, для созидания прекрасного. Хочется, чтобы мы не забывали уроки истории, потому что благодаря ей мы сейчас те, какие мы сейчас есть. Надо помнить о подвигах наших великих предков, надо гордиться нашими вековыми традициями. Хотелось бы, чтобы не только сегодня, сейчас, а каждый день, каждый из нас гордился и ощущал поддержку и мощь нашей страны, в которой каждый из нас является важным звеном великого народа. В этот день особенно приятно выражать благодарность тем людям, кто трудится на благо родного города и ради единой цели. За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня народного единства почетной грамотой главы городского округа Электрогорск награждается главный специалист по кадрам ПАО «Бронцалов-А» Судоргина Людмила Афанасьевна. С Днем народного единства всех собравшихся поздравил председатель Совета ветеранов Николай Осипенко. Ну, я думаю, мы не допустим. Сейчас наша страна насчитывает более 123 национальностей в нашей России. Хотя мы народ после распада Советского Союза и не сильно у нас население, где-то порядка 145 тысяч на миллионов, извините, на сегодняшний день. То это все-таки, потихонечку мы встаем с колен, и очень большой вклад в это дело сделали наши ветераны, ветераны Великой Отечественной войны. И все вы, труженики тыла, на плечах которых мы вынесли такое тяжелое время, как Вторую мировую войну и Отечественную нашу войну. И мы не должны допустить, чтобы это повторилось. Поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, всего-всего самого-самого наилучшего вам и вашим родным и близким. Теплые поздравления и пожелания здоровья и счастья в этот день прозвучали от помощника депутата областной думы Павла Грязнова. Я хочу просто от лица депутата областной думы Ленары Раимовны Самединовой, от себя лично, от общественной палаты городского округа Электрогорск поздравить вас с этим замечательным праздником, с праздником единения нашего народа. Именно в этот день, да, в 612 году, наш народ доказал, что мужество, единство, любовь к Отечеству может творить великие дела. Еще раз вас с праздником, счастья, здоровья, помощи Божьей. Праздник продолжился концертом, подготовленным работниками Дома культуры, в котором прозвучали песни России, родном крае, русском характере и великой силе нашего народа.